Очередной день в большом городе. Скучные серые здания, переполненные улицы и бесконечная суета. Что? Пришло письмо от Маши, вашей подруги? Привет, давно не виделись. Помнишь старую семейную ферму? Здесь не помешает твоя помощь. Это точно будет интересно. Пора забыть старую жизнь и начать совершенно новую. Семейная ферма 3. Так, друзья мои, называется эта игра, в которую мы сегодня посмотрим и поиграем. Привет, это я, Маша. Я так рада, что тебе удалось сюда добраться. И я тебе все тут покажу. За дело. Угу. Ну давай, показывай. Ох, взгляни на этот старый фонтан. Нажми, чтобы восстановить его. Минуточку. Все готово. Да, действительно, фонтанчик заработал. Ура! Ой-ой, фермерский дом тоже нуждается в ремонте. Нажми, чтобы восстановить его. Так, посмотрим. Все готово. Давай выберем дизайн для фермерского дома. Доступно такой или такой? Ну, мне как-то вот такой вот больше нравится. Превосходный выбор, хочу сказать. Да, и старый амбар почти развалился. Нажми, чтобы восстановить его. Ого, ну и бардак. Доступно. Так, я думаю, что оставим, наверное, коричневый. Изумительно. Хватит ремонта, я смотрю, можно собрать урожай с нескольких подсолнухов. А давай соберем урожай с этих растений. Нажми на грядку. Теперь протащи серп по грядкам. А, вот так вот. Бабац, да ты талант. Теперь можно посадить новое растение. Нажми на грядку снова. Потащи подсолнух по грядкам. Получилось легко, правда? Прислушайся. Так. Здорово, Маша. Это что же, старая ферма вновь заработала? Конечно, и у нас как раз первый урожай. Вот это да, ребятам, что живут в этих краях, нужны качественные продукты. Вместе мы сможем доставлять все, что местные захотят. Давай выполним заказ прямо сейчас. Нажми на доску заказов, чтобы посмотреть, чего хотят местные. А местные хотят у нас непонятно чего. Это доска заказов. Здесь можно выбрать заказ. Доставлять заказы, чтобы заработать монеты. За них можно получить коробки с животными. А, это подсолнухи, значит, им нужны, да? Продадим. Превосходно. Грузовик должен вернуться через несколько секунд. Быстро чувак работает, быстро. Ха, похоже, местные твой урожай впечатлили. Они даже прислали тебе награду. Как мило, интересно, что там внутри? Нажми на облачко, чтобы открыть коробочку. И мы с тобой получаем легорна. Курицу, обычная. Обнаружена новая порода. Легорн. Это же легорна, моя любимая порода. Новые животные дают тебе опыт. Собери его. Левел ап. Второй уровень получили. Так, мы... ну, легорн, понятно, и награда еще алмазик. Ура! Наверняка. Так мы сможем получить и других животных. Собирайте животных, повышайте уровень. Получайте животных, выполняя доставки. Каждое новое животное дает опыт. Повышайте уровень для расширения фермы. Так, каждому животному нужен дом. Сначала расширим ферму. Куриная ферма, открыть. Нажми на развалившийся дом для птиц, чтобы восстановить его. Ну-ка. О, готово, дом, милый дом. А эта курочка уже бежит сюда. Уже прибежала. Нажми на курицу, чтобы она снесла яйцо.
Он хочет есть. Слушай, мы можем помочь курице снести яйцо чуть быстрее. Нажми на нее. Даром. Потрясающе. Интересно, а наша курица не чувствует себя одинокой? Давай выполним доставку снова, чтобы получить еще одно животное. Давай. Нажми на доску заказов. Так, у нас подсолнухи. А, нам нужно яйцо отдать теперь. Ну давай. Что нам принесут? Так, нажимаем и получаем еще одного легорна. Ура, еще один легорн. Не забудь собрать опыт. Да как тут забудешь-то, ё-моё. Посмотри, как наши пернатые друзья поладят. А они поладят, ты думаешь? Ну-ка. О, у них любовь. Нажми на сердечко. Смотри, аист. Аист скинул нам младенца. Нажми на облачко. Да, птенец, ребят, птенец вылупился. Ну, ты будешь вылазить, малыш? Так, нажми на облачко. Ух ты, это же детеныш. Такой милый цыпленочек. Третий уровень. Новый уровень. Так, нам дают галштинская корова, молочко, пшеница. Забираем. Продолжает доставлять заказы. Помни о том, что новые животные приносят опыт. Так, по-моему, курочка хочет у нас кушать. Ах, вы же... А, ну все, я посыпал. Посыпал. Так, здесь мы соберем подсолнухи. Так, мы можем посадить пшеницу. Пускай будет пшеница. Выполнено, что ли, у нас? Доставить. Не хватает чуть-чуть, да, получается? Или все хватает? Сейчас проверим. Так, он куда-то там поехал. Нам нужно вот это еще. Так вот. Отлично. Сейчас нам принесут коробочку. И что в этой коробочке? Галштинская корова. Обычная новинка. Оу, и 80 монет. Прекрасно. Новый уровень, четвертый. Новый, это грядка, большой корм, награда, награда. Забираем. Давай расширимся еще больше. Коровья ферма, открыть. Ох ты. Нажми на развалившийся дом для коров, чтобы восстановить его. Построить, конечно же. Как новенький. Так, коровка, ты пойдешь сюда сама? Или не пойдешь? Так, а это что такое? У нас заканчивается корм для животных. Нужно построить кормовую машину. Так, нажми кнопку смотреть. А, строить. Нажал. Кормовая машина. А почему она должна стоять здесь, а не там? Ну, давай я вот сюда поставлю. Нажми на кормовую машину. Ага, мы можем с тобой делать зерно. И сено, походу, делаем. Ну-ка. Малый корм. А животным понадобится много корма, поэтому пусть кормовая машина не стоит без дела. Продолжай доставлять заказы и помни о том, что новые животные приносят опыт. Я это уже понял. Я это уже понял. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Забрать. Доставка. Поехал. Яйцо относить. Так, здесь у нас подсолнухи. А, ждем. Гони. Так, что она говорит? Нужна древесина? Или мне показалось? А вот это что за сундук? А, на пятом уровне откроется этот сундук. А ну-ка, давай еще вот так вот сделаем. Есть. Сейчас нам принесут еще одну коробочку. Что в ней? Еще одна корова и 80 монет.
Коровушка пошла, 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 пошла. Радость моя, иди сюда. Тут сундуки везде разбросаны. Ох, ферма-то будет. Ох, ничего себе тут. Так, опять любовь. А у вас появится теленочек? Аист, да, аист летит. Здесь можно добывать какие-нибудь ресурсы. Опа, друзья мои. Пятый уровень мы получили. Новое. Демьян Дубов. Мука, соя и подсолнечное масло. Теперь можно открыть первого работника. Работники помогают расширять и улучшать ферму и выполняют самые разные задания. Но неужели хоть помощничек какой-то будет у нас? Демьян Дубов, нажмите, чтобы открыть. Дубов, лесоруб. Так, он лесоруб, дополнительная энергия 5, можно открыть. Так, где он у нас? Открыт новый работник. Тин-дин-дин-дин. Такой довольный. Меня зовут Демьян, и я пытаюсь сохранить профессию лесоруба для 21 века. Как я выгляжу? Как лесоруб, ё-моё. У нас полно работы, связанной с расширением фермы. Давай поторопимся и начнем с одного из мешающих тебе деревьев. Ага, а почему оно мне мешается? Ну, по-моему, как бы нормально все. Так, ну... На уборку деревьев и сорняков уходит энергия. Энергия восстанавливается со временем. Шкала энергии также восполняется при повышении уровня. Не забывайте тратить энергию. 10 энергии, а у нас 55. Что ж, пора засучить рукава. Сорняки мешают строить новые дома для животных. Я хочу посмотреть, он там рубанул? Рубанул вроде бы деревья. Так, сорняк. Это ты будешь сама убирать или кто? Ну да. Давай, за работу, дружок. Вот и работай. Нет проблем. Давай, давай, пыхти. Так, вау, сундук, друзья мои, какой-то тут выпал нам. До исчезновения 10 минут. Так, открыть его надо. 5 древесины. Рубин. Яйцо, 2 штуки. Это мы с тобой типа выкопали, да, получается, сундук. Гляди-ка, для тебя есть задание. Старая ветряная мельница на ферме уже давно обветшала. Давно пора ее починить. Мы могли бы молоть на ней любое зерно. Интересно, будет ее восстановить. Займемся ей. Так, откройте расширение старой мельницы для корма, восстановите строение мельницы и сделайте муку. Это ежедневное задание. А что это у нас тут про алмазик? Что это? Алмаз даром. Теперь доступен торговец. У него есть ценные товары и отличные скидки для тебя. Давай посмотрим, что у него есть сегодня. На вкладке скидки имеются самые разные животные и ресурсы для расширения фермы. На вкладке растения и продукты предлагается множество растений и продуктов для производственных нужд. У торговца есть и ежедневный бесплатный товар. Давай возьмем его. Конечно, возьмем даром-то. Окей. Так, ну что? У нас тут какая-то еще энциклопедия есть. Так, друзья мои, я закрепил свой игровой прогресс за Фейсбуком. Так что теперь у нас ничто не сбросится, даже если мы с тобой будем переустанавливать эту игру. Так, что у нас тут? Спасибо, что вошли в игру. Спасибо за то, что вошли в игру и обезопасили свою учетную запись. Вот ваша награда. Ну, 20, друзья мои, кристалликов получили. Так, я хотел посмотреть, что вот это за книжка. Экзотические животные, черепашки будут. Так, яйценосные птицы. Собрать. Ага, взяли. Так, у нас еще есть коровушки. Так, открыта новая грядка, мы можем ее сделать. Построить. Служит для выращивания растений. Открывайте породы животных, чтобы создать больше. А куда мне ее влепить? Можно пока ее не трогать, грядку. Это что такое у нас?
исследовать и друзья, соседи. Ага, это реальные, что ли, соседушки тут рядом со мной? А это мои друзья. Это кто у меня подписан на Фейсбуке. Я отправлю им подарочки. Ну, я имею в виду, это те друзья, которые подписаны у меня на Фейсбуке и играют именно в эту игру. Я вот о чем. Так, а что здесь? Грядка, дом для птиц. Пока не будем здесь ничего трогать. Давай посмотрим, что у нас тут. Зерно. Работа на ферме не кончается. Так, пускай. Грузовичок вернулся. И еще заказ. Доставить. Здесь есть полезные материалы. Так, ну что, нам сейчас принесут коробку с чем вот только. Глянем. Так, Легорн. И 75 монет. И ему нужно жилище, этому Легорну. Вот что я скажу. Так, а этим надо перекус. Угу. Держи, коровушка. Здесь мы с тобой все это шук-шук-шук-шук пошинкуем. Откроется на 6 уровне. Мне нужно получить уровень. Кстати, тут можно даже горох засадить. Дровосек, а что ты просто так ходишь, а? Что-то хочется построить мне. Дом для птиц, дом для коров. Дом для птиц. Ну вот как вот, например, его... Ага, вот так вот. Ну тут, блин, сорняки, а? Ты посмотри. Будь добра, убери вот эту вот всю гадость. Я хочу здесь поставить еще один курятник. Будь так добра. Я на тебя положился. Вот здесь ты что не убрала? Так, и сруби-ка мне дерево, вот это вот мешается только здесь. Твою налево, энергия закончилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько стоит энергия? 35. Дороговатенько, если честно, дороговатенько. Так, друзья, что там у друзей? Две штуки. Посетить ферму. Кубок какой-то. Что это за кубок? Так, забрать 50 монет. Мастер по мусору. Мастер по продуктам, мастер по растениям, мастер по монетам. Тут еще и достижения у нас есть. Это хорошо. Так, детеныш, мне кажется, нужно больше полей. Почему, ребят? Ну, потому что здесь этим нужно, естественно, сено, этим нужен корм, а у нас всего лишь одно поле. А я зачем-то посадил кукурузу. Что мы здесь можем сделать? В переработку, да, закинул. Тут еще, смотри, ох, ёк-макарёк. Это что еще за турнир, чемпионат будет у нас? Машина там разбитая в хламину лежит. Так, ладно, давай еще что-нибудь, какое-нибудь задание быстренько с тобой сделаем. Так, а вот тут вот что у нас? Начальное предложение, спасибо, перебьемся. Так, открыть. Старая мельница для корма. Открыли мы ее, но теперь нужно ее починить еще. И древесина, слава богу, у нас есть.
Так, ну что ты там ходишь? Дуболом или как тебя там? Он пляшет, понимаешь? Он там танцует. Вот и фиг. Так, что мы можем с тобой сделать? Муку. Все, пошла, пошла мука у нас работать. Блин, мне бы убрать вот, вот эту вот гадость, чтобы я здесь еще одно... О! Спасибо, курочки. Вот вам пшеница. Давай вот так вот сделаем. Подсолнухи, да? Почему так долго выращивается вот эта штука? Ух, 11 минут надо ждать. Будем знать, что... Как она называется-то? Горох очень долго созревает. Так, ну что, получаем награду. Сундук. Так, 45 монет. О, 10 энергии. Ну, спасибо вам огромное. 10 энергии как раз-то мне сейчас и нужны. Они были для того, чтобы брать вот, вот эту гадость. Я хочу сюда еще поставить одну куриную ферму. Спасибо. Нет. Может быть, нам лучше грядку здесь сделать? Нет, все-таки куриную ферму. Вот прям вот сюда ее влепить. Нужно место экономить, да? Сделаем вот так. Так, господин, как ты... Мне нужно две. Раз, два, три, четыре, пять. Пять ячеек занимает. То есть даже вот так. Даже так вот. Ладно, проще будет сделать таким вот образом. Так, построим. Построим, и здесь у нас еще что-то выполнено. Привет, Маша, я слышала, тебе нужен пекарь. Катя, я так рада, что ты здесь. Наличие пекарни на ферме сделает нашу жизнь слаще. Откройте работника Катя. Катя Кухаркина. Катя Кухаркина. Ну что ж, давай. Сделай жизнь нам слаще. Только где ты, Катюша? Где ты, кухарочка-то наша, а? Куда ты убежала от меня? Ух ты, дирижабль тут. Катюша. Не знаю, куда ты, Катюша, убежала. Слушай, мужик, может, ты хорош уже со своими этими? Ага. Так, тут-то что? Тут завершилось у нас, ребята. Отлично. Вон, 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 бежит, бежит Лигорн. Бежит, сломя голову. Так, энергия есть? Давайте вот это вот все расчистите, пожалуйста. Возможно, нам понадобится еще один коровник. Возможно. Так, дорога через ручей, это нужен один уровень. Я не понял, Катя Кухаркина, ты где? Ты сказала, что... О, новый уровень получили. Пекарня Кати — место легендарное. Что касается хлеба, пирогов и пирожных, у нее золотые руки. Так, наконец-то. Катя Кухаркина. Теперь можно вступить в сообщество, чтобы играть с другими фермерами. Играть с другими гораздо веселее, правда? Базара нет. Так, сообщество. Вступайте в сообщество, общайтесь с другими фермерами и, короче... А, это типа... Сообщество типа кланов, что ли? Хо-хоу. Так, ну, а как узнать, где тут русский, не русский? Непонятно. Ну-ка, если мы нажмем сюда... Это явно не русские ребятули. Вообще немцы какие-то. Ну, немцы всегда любили. Да вы серьезно, что ли? Немцы, немцы, везде написано немцы, видишь, английский. Ну, значит, нет русского, значит, сейчас будет свой наш русский, отечественный, так сказать, клан сообщества создать. Так, введите название. Описание. Дикий Запад в подметке не годится нашему сообществу. Мы чудаковатые ребята, любящие поговорить. Приходите и обязательно оставайтесь. Дизайн значка. Изменить. А какие есть у нас дизайны значка? Форму я вот такую хочу.
рисунок. Вот такой, а символ? Какой символ-то? О! Символ огня. Можно как-то... Нет, не то, не то, не то. Во! Сохранить. Введите название. Так, ребят, я назвал нас фермеры. Тип сообщества открытое. Ладно, пускай открытое. Уровень для лимита нету. Нет, наверное, будет все-таки 7 уровня. Тип сообщества. Теги. Веселые. Активные. Только для местных. Вот, вот только для местных, это точно. И язык чата русский. Создать. Создаем, ребят. Нажмите сюда для подтверждения. Все, добро пожаловать в сообщество фермеры, друзья мои. Вот вам пароль, хэштег для захода. Участники только я. Ранчо интересные поля. Все. Из-за всех этих детенышей здесь становится как-то тесно. Посмотрим, как можно помочь детенышу вырасти быстрее. Так, не торопимся увидеть, каким он будет, когда вырастет. Нажми на него. Ну, еще и кормить его надо. Ускорить рост. Ты бежишь его кормить, что ли? Почему именно молочком-то, я не могу понять. Это же птенец. Он же зерно кушает. Ты что, Маша, ты что творишь-то? Ох ты, обнаружена новая порода. Золотистый виандот. А что это сразу доллары тут засверкали, я не понял. Некоторые из твоих животных стали старыми, когда их детеныши выросли. А старые животные ничего не производят. Что же нам делать? Привет, Маша. Это я, Стас. Я заведую приютом для старых животных и с радостью куплю их у тебя. Ой, как мило. Ты уж хорошо позаботься о них. Конечно, у них будет полно друзей и корма. Секундочку, я направляюсь туда прямо сейчас. Я подожду и подберу животных, которые идут ко мне. Где ты там? Ага, прибыл. Так, они сами, ребята, уже знают, что им пора на куриную ферму. Ну, ты понимаешь, да? Так, раньше интересные поля. Оп, и сколько он нам дает? Непонятно. Раньше интересные поля. Так, а у нас-то тут ничего не созрело. Долго-долго. Так, а что это за девчуленька такая? О, привет, меня зовут Сефина. Я смотрю, у тебя тут прелестная ферма. Мне нужны некоторые ингредиенты. Сможешь меня выручить? Так, тебе нужны подсолнухи. Я думаю, я смогу тебе помочь. Радость ты моя, Сафина. Но немножечко попозже. Так, а это-то что у нас тут? Пекарня? Да-да, пекарня. Строим, конечно. О чем тут может быть разговор, друзья мои? Так, это тоже, кстати, надо отдавать. Так, кушайте, кушайте. Опа, мука. А маслица? Можно нам маслица заказать, пожалуйста? Как раз из подсолнухов выжимку будем делать. Корова, вы нормально себя чувствуете? Не голодны? Ну, вроде как нормально себя чувствует, превосходно. Так, откройте работника Катя, восстановите строение. Сейчас мы это все сделаем. Нажмите, чтобы открыть. Ну что, Катюша, ты где? Вот она. Щечки пухлые. Видно, что сладкая жизнь у нее полным ходом. Рада познакомиться, я Катя. И если нужна выпечка, я как раз ей занимаюсь. А как раз для тебя и пекарня сделалась. Ну, Катюнь, ты не стесняйся, иди. Музыка, мне нравится музыка, ребята. Мне напоминает старые вот эти вот мультики Тома Джерри. Вот там вот именно такая музыка играла. Довольно прикольно. Так, что у нас тут с тобой?
Восстановите строение пекарни. Так я же... А, сделайте первый свой хлеб. Обязательно сделаем свой первый хлеб. Мука у нас есть. Вот, пускай котёнок. Ох, смотри, смотри, как она бежит. Прям вот хлебом не кормит, дай выпечкой заняться. Прям аж побежала, чуть не упала там, бедняжка. Так, а здесь-то что? Старая силосная башня. Открываем. Так, старая силосная башня. Я уже не помню, что это означает. Вот, сорняки. Вот иди и убери их. Требуется 10 древесины. Есть такое дело у нас. Долго будился, но терпимо. Так, я, наверное, закажу... А, тут все делается. Тут все у нас, как говорится, работа кипит, как на самой настоящей ферме, ты понимаешь? Ни секунды покоя. Так, давай-ка мы с тобой... Ага, подсолнухов у нас нет уже. Сейчас мы с тобой соберем эту... Этот горох? Софи, ты, главное, там не это... Не переживай. Полчаса у нее в запасе, так что... О! Созрел. Так, ну что, я хотел посадить сюда подсолнухи. Точно подсолнухи хотел посадить, а не пшено. Можно срубить это дерево, какое? Какое тебе дерево срубить? Мусор тут, я смотрю, а не дерево. Убирайте его, нечего ему там делать. Так, это у нас сейчас вот уже построится. Уже вот сейчас вот прям бэнь. Так. И что это за силосная? Ну-ка. Ух ты, большой чемодан работника. 2000 монет нужно. Так. Да подожди ты со своим сорняком-то. Что-то подцепилось. Силосная башня. Что она делает? Расширить. Купить, купить, купить. Улучшить. Можно за 90... Давай. Зайти к торговцам. А... Я понял. Я не понял одного, что эта силосная башня делает. А, это ж склад, ребят. Ну, конечно же, это, можно сказать, амбар, блин. Силосная ям, ну что вы мне путаете? Морковный, тут еще морковный огород будет. Хорошо, доживем до морковного огорода. Так, Катюш, ты мне там этот хлебушек-то когда там сделаешь-то? Блин, еще 2,5 минуты ждать. А подсолнухи очень быстро вырастают. Угу. Это у нас торговец, это я помню. Сундук валюты. За 100 кристаллов его можно открыть. Амбар, а в амбаре у нас что? Расширить амбар, а что он делает? Фермерский дом. Так, дай-ка я зайду сюда, что у нас тут. Ага, золотистый вендот. Блин, где мы можно было бы еще полята открыть, а? Грядочку. Раз, два. Может быть, вот тут вот. Да я хотел тут мало ли... Так, а вот здесь можно. Так. Чего? Так, зона строительства заблокирована. Ну и чего? Да не может быть, чтобы она была заблокирована прям. Вот, можно все. Так, подсолнухи-то созрели, я смотрю. Уже прям пыхтят, чтобы их собрали. Так, 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 так. Что-то там хотел это подсолнышки вроде бы, да? Блин, нехватка, да чтоб тебя. А вот здесь вот я могу? Вот здесь вот. Продолжить поля вот эти вот строить могу? Конечно, могу. Я еще не закончил, они мне уже... Нет, ты посмотри на них, а? Что? Почему больше нельзя строить? Почему больше нельзя строить? Вот, объясни мне.
А, из-за этого мелкого дерева, что ли? Да нет, я хотел вот кустарник этот мелкий срубить. Давайте, 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 пыхтите, пыхтите тут как паровозики. Ну вот, вот теперь-то я должен, наверное, построить здесь. Да почему больше... А, 9 из 9, господи, тут и лимит еще, оказывается, есть. Ну, что ж вы сразу-то меня не предупредили. А вот и первый наш хлебушек. Забираем награду. Стикер Маши Погодиной. Так, энергия работника. А что за стикер? А, это стикер, я понял. Это наша аватарка, да, типа? А это что такое? Добро пожаловать в чат сообщества. Можно делать запросы, ребят. Динамит. Глина. Сделаем запросик. Здесь нашлось отличное место для выращивания моркови. Может быть, так сразу и не скажешь, но у меня хорошее предчувствие. Кто-то сказал морковь или торт? У меня как раз есть такой рецепт. Нужно лишь немножко моркови. Ну, тебе-то понятно. Пирожок ты мой сладкий. Так, куда ты пошла? Я еще не открыл, она уже там шуршит, уже вынюхивает там, понимаешь ли, морковный огородик свой. Так, что нам еще надо сделать? Думай, Рейчик, думай. Хлебушек испечь? Пускай делает хлеб. А не отдыхает там. А ведь можно же еще, по-моему, да? Да, на запаску сделать. Это у нас... Вот. Каждой ферме нужно классное название. Давай назовем нашу. Нажми кнопку «Изменить». Да какой, блин, Алексей? Зачем Алексей-то? Веселый ранчо? Ай, ладно. Пускай будет веселое ранчо, друзья. Ну, а чё? Так, и аватарку. Вот такую я, наверное, сделаю. Во! Хоть, хорошо, хоть по-русски тут все. Веселое ранчо. Нормуль, меня устраивает вполне. Так, ну что, у нас тут созрело. Давай, наверное. Тебе хватит или нет? Да чтоб тебе, ну. Ты со своими подсолнухами, девчули, давай-ка завязывай. Так, это хлеб пекет. Тут, кстати, у нас можно перекрасить. Получайте новые варианты в мероприятиях музея и небесной гонки. Даже так. Что мне можно? Мне, в принципе, можно выполнить какие-нибудь задания, только не с подсолнухами связанные. Сейчас нам что-то принесут. Ох, принесут. Ну что там, сколько? Пригнал, да? Давай, доставляй яйца там. Так, этому все добыть каким-то ресурсом, все ходит. Не угомонится никак. Где тачка-то? Прибыла. Итак, Легорн. Монетки. Каменная дорожка. Колесо телеги, а почему сломанное? А почему колесо телеги сломанное? Погоди, куда побежал-то? Чешет он. Давай еще. Опа, уже опять коробочка сейчас прилетит к нам. Любовь, морковь, все дела. Аист. Вот так вот здесь все просто. О, голштинская коровка. Монетки. И белый деревянный забор. И опять колесо телеги. Вопрос в другом. Так, новый уровень, 7-й, друзья, получили мы. Ох ты, дружок, песик у нас будет, морковь. Так, это что, соевый соус. Осталось только научиться делать роллы. Да, я вижу, коровка, тебе не хватает. Кормите, 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 пускай будет коров... Не хватает нам еще одной фермы. Так, будьте добры вот эту вот убрать.
Я хочу здесь ставить ферму. Выкорчевываю, выкорчевываю. Стоит там, любуется. Ага, сейчас сделаем. Ничего себе, молоко. Шардгорнская корова, ребята, у нас. Вот такие вот пирожки. А эти... А этих на скотоферму отправляем. На-на-на, кушай, 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 я же вижу. Здесь можно расчистить. А что это такое тут? Смотри-ка, грязь. Чтобы начать действие, откройте работника по имени Дружок. Дружок, это у нас работник уже. Так, ладно, где это там? 130. Катя, мы сделали тебе морковный огородик. Сейчас все это починим только здесь. Приберемся, чтобы было выглядело хоть цивильно. Так, мусора, конечно, тут дофигища. Блин, а где дружка открыть? Ага, вот он. Вот, друзья мои, новый работник Дружок. Гав-гав. И что же ты, Дружок, хочешь? Пока ничего. Собираем. Все подчикали. И опять же высаживаем наши подсолнухи. Так, девчуль, тебе все? Да ёк-макарёк, ну не хватает ей еще одного подсолнуха. Кулечек забрали. Вот так вот сделаем. Хлеб пекется. Ух ты, это что за кинопроектор? Подарочная коробка. Глянем. Ну-ка, что нам за коробочку дадут? Подарочную. А, всего лишь два алмаза. А, еще и деньги. Два алмазика и деньги, спасибо. Так, уберите три дерева, уберите три сорняка. И откройте расширенный морковный огород. Прямо расширенный. Так, вы хотите кушать? Почему должен я вас кормить? У меня столько помощников, а кормить должен вас я. Так, Дружок. О, тут он может глину выкапывать. Гляди-ка. Угу, энергии, энергии не хватает. Ну что, собираем. Надеюсь, тебе хватит. За глаза и за уши. Ага, что-то оно нам дает. И по... Куда побежала? Я хотел тебя в гости позвать. На чаепитие. Убежала. Так, что у нас здесь? Ага. Это за новое животное. За новую породу, я бы даже сказал бы. Ну, в общем, ребят, тут у нас все круто, на самом деле. Все круто, все шевелится, все двигается. Жизнь, так сказать, кипит. Единственная проблема, что не хватает энергии. Не хватает энергии для того, чтобы здесь все это по-быренькому расчистить. И забор вот этот вот никудышный надо либо сломать, либо починить, одно из двух. Посмотрим. Ну что, друзья мои, а на этом я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.